Винченцо Лиззи. Ринг Б в красном ринге Эльзаман Бахитов, Казахстан. В синем ринге Винченцо Лиззи, Италия. Так, давайте смотреть первый раунд. Сразу сближается итальянец. Он пытается наносить удары в основном по туловищу. На выходе снова левый боковой от Лиззи мы увидели. Вообще, итальянская команда тоже хорошо здесь представлена. Надо сказать, что эта сборная не всегда присылала своих спортсменов вот на военные игры, на чемпионат мира среди военнослужащих. Как правило, они всегда были на чемпионате Европы, на чемпионате мира. Но вот на этот раз решили приехать и на военный чемпионат. Снова летит вперед. Причем удается ему сближаться. Бахитова передняя рука пока не может четко остановить соперника, оставить его на дальней дистанции. Снова на выходе итальянец лучше. Ну, посмотрите, когда подходит, чувствует себя очень уверенно. И снова хорошая комбинация навстречу. Казалось бы, отходил назад, но поймал паузу в действиях соперника и провел отличный удар в корпус с переводом на голову. А здесь уже Бахитов решил показать себя в атаке. Заканчивается первый раунд. Хочется отметить действия итальянского боксера. Довольно уверенно, в хорошем темпе. А нам представляют боксера из Казахстана. Представитель Казахстана Азамат Бахитов. Так ощущение, что секунданты пытаются разбудить Бахитова, внушить в него уверенность, чтобы он действовал более агрессивно, больше атаковал. Ну, посмотри, снова здорово, да, пробивает итальянец вот эти свои удары в туловище. Здесь была открытая перчатка.
Но он не стремился ударить открытой перчаткой. Просто Бахитов сближался, и поэтому так получилось. Дает судья поработать в клинче. Промахивается боксер из Казахстана. Ну, вот сейчас поймал выпад итальянца, который так пытался войти на свою дистанцию. Голова полетела вперед. Бахитов его встретил. Неплохо сейчас одиночным ударом встретил соперника Бахитов. И снова клинч. Нельзя сказать, что Бахитов полностью выполнил установку, которую получил в перерыве. В общем, что он выполняет какую-то такую тяжелую работу боксер из Казахстана. Хороший настрой демонстрирует в этом бою боксер из Италии. Да, не показывали угол Бахитова, но он должен был проснуться наконец. Опасно головой сейчас шел вперед Винченцо. Жестко стал встречать Азамата Бахитов соперника. Hey,
Вот такое впечатление создается, что готовит свои атаки Бахитов, да? Настроился на весь этот раунд в полную силу. Но все равно в какие-то моменты не успевает. Дает сопернику вот эту микропаузу, чтобы тот начал свою атаку. Борьбы на ближней дистанции много, тем более рефери дает здесь поработать бойцам. Хорошо. Вы видели, да, с этого ракурса? Передняя рука Винченцо Лизи точно дошла до цели. Его перчатка. Последние секунды в борьбе. И финальный гонг. Довольны здесь в углу действиями своего боксера? Действительно, решительно, многоударно, постоянно атакуя, работал их боксер все три минуты, все в каждом раунде. Боксировал, видимо, Азамат. Итак, слушаем. Раздельное решение здесь тоже. Но все-таки Винченцо убедил судей в своем преимуществе, большинство судей в своем преимуществе, потому что решение раздельное. И он проходит дальше.